Всем привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду обустраивать новый ресторан Тока Бока. Я уже делала ресторан Тока Бока, но так как вышло новое прикольное обновление, я хочу сделать его еще раз с новыми крутыми вещами. Перед началом обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. Ну а мы начинаем! У нас появилось даже новое здание для того, чтобы сделать ресторан. Вот оно, посмотрите. Строим его. Теперь наш домик выглядит не как обычный жилой дом, а реально как крутой ресторан. Давайте посмотрим, какие комнаты тут есть. Вижу вход. Вот такая большая комната. Ого, это, видимо, туалет какой-то у нас будет, маленькая комната. Мы начнем с кухни. Тут уже у нас готовы наши обои, других тут новых обоев нету. Теперь выбираем полы. Просто вот такие однотонные будут лучше всего. У нас тут появились новые большие холодильники, вы только посмотрите. Так, это, видимо, морозильники. Сколько новой интересной техники. Здесь будут стоять две плиты. Это у нас, видимо, посудомойка. Интересно, как она работает. Посмотрите, она закрылась. Оп, и все, наша посуда уже помыта. Смотрите, какая огромная вытяжка. Можно тоже поставить все, вот эту новую мебель сюда. Знаете, мы сделаем небольшую перестановочку сейчас. Сделаем вот так. Чтобы у нас в одной части кухни была плита и печка. Ну, а в другой части кухни будет место для того, чтобы мы мыли посуду. Ну, а посередине мы поставим столик, на котором будем готовить. Посмотрите на этот столик. Продукты. У нас есть много новых продуктов. Смотрите, сколько новых рецептов. Тоже классных, наверняка. Еще, знаете, что нам нужно? Тележка, как это еще назвать. Ставим вот такой холодильник сюда, огромный. Печка чуть-чуть у нас едет налево. Теперь плита к ней поближе. Раковина, сюда мойка, и холодильник вроде бы вместился. Я тогда думаю добавить вот такую полку подвесную, которая вышла в этом обновлении, потому что других нормальных я не вижу. Я хотела именно ту, которая будет закрываться, знаете, как шкафчики такие. Эти рецепты пока что поставим вот сюда, пусть будут здесь. Потом приготовим что-нибудь. Открываем холодильник наш. Добавляем туда креветочки. У нас манго появилось, грибочки, лучочки. Перчик появился, брокколи, ого! Такой хлебушек появился у нас. Такое что-то. Мы добавим в ресторан самые часто используемые продукты. Это рыба, мясо, курица. Вот это все идет сюда. Картошка тоже сюда. Морковка, помидорки, яйца. Хлеб обязательно, куда же без него. Молоко у нас тоже часто используется. Закрываем холодильник. Теперь нам нужно красиво расставить нашу посуду. Вот сюда, например, поставим сковородку. Вот такие тарелочки поставим сюда. Нужно, наверное, в них еду поставить, а потом уже закрыть их. Сразу будем готовить, открывайте нам рецепты. Морковка и вот лассагна какая-то. Что это? А, это какие-то палочки. Такое вот у нас блюдо получилось. Дальше это у нас картошка плюс курица. Кстати, неплохо. Прям вообще неплохо. Неочищенная креветка плюс очищенная креветка. Что-то морское у нас получилось. Замечательно. Ну, эти рецепты мы уже знаем. Вот это что-то интересное. Картошка и острый перчик. Вот это уже интересно. Давайте найдем наш острый перчик. И теперь ищем картошечку. Смешиваем, ставим это жариться сюда. Первая коробка с рецептами у нас закончилась. Все новое я попробовала. Ведро со льдом есть. О, терка появилась, ничего себе. Нам нужна такая тряпочка еще. Кастрюлька нам нужна. Вот сюда мы ее положим. Бокальчики поставим. Крышечками мы накрываем наше блюдо. Смотрите, какой поднос интересный. Кружечка, это, видимо, с водой. Такие ножи мы теперь можем повесить, как же круто! Я всегда хотела, чтобы можно было вешать так разные предметы. Интересно, их взять теперь можно? Офигеть, это все теперь можно брать! Я реально просто мечтала о таком, чтобы такое появилось в Тока Боке. Рецептики пока ставим наверх, думаю, сюда.
Ну и на столик нам нужно тоже еду сейчас сделать. Пусть у нас тут будет приготовление курицы. Вот ножичком ее режут. Нам нужно добавить свет. Сколько красивых новых ламп, вот видите? Но для кухни мы будем использовать, конечно же, другую, вот какую-нибудь такую, чтобы все было видно. У нас тут осталась небольшая комнатка, я думаю, она для коробочек каких-то, поставки еды, например, таких вот коробочек. Мы можем их просто поставить, вот такой у нас будет склад. Сделаем тут холодильник еще. Кстати, да, тут же можно еще и морозильник сделать. Я очень часто вижу в каких-нибудь фильмах, что в таких маленьких комнатках такие морозильнички есть. Быстренько давайте кидаем на заморозку наши продукты. Мясные, думаю, буду кидать. Морепродукты, мясо, вот бекончик кину. Кинем еще раков, курочка. Открываем следующий отсек. Рыбка, мяско, сосисончики. Включаем. Все, теперь очень холодно будет в этой комнате. Здесь обои уже везде, кстати, достаточно прикольно подобраны. Это у нас, видимо, туалет. Мы можем его сделать сейчас достаточно быстро, потому что он достаточно маленький. Мы просто ставим туалет, ставим рядом с ним красивую раковину. Сверху мы вешаем зеркало. Теперь мы вешаем туалетную бумагу. И все, такой самый базовый туалет у нас готов. Ну, наверное, нужно какое-нибудь ведерко поставить. Также давайте свет добавим. Хочу красивый свет в туалете. Такой атмосферный, классный туалет получился. Что это за столик, мне интересно? А, это чек для оплаты, видимо. Поставим его тогда куда-нибудь сюда. Это у нас датчики пожара, видимо, да? Датчики дыма. Здесь у нас достаточно красивый коридор. Я не хочу оставлять его без вот таких вот лампочек. Думаю, они очень красиво здесь будут смотреться. Также посередине у нас в этой комнате будет висеть люстра. И я хочу поменять здесь обои, потому что наш весь ресторан просто офигенно красивый. А вот эта комната, ну не знаю, ребят, не очень как-то. Давайте какие-нибудь темные прям полы выберу. Здесь надо поменять, наверное, обои, это как-то очень странно выглядит. Вот такие тогда мы здесь поставим. Можем диванчик поставить. Конечно же, я хочу добавить цветы. Вот такие добавлю сюда цветочки, которые сверху висят на улицу. Вот такое какое-нибудь сюда могу добавить. Так, ну, наверное, перед входом у нас должно стоять меню, как обычно. Надо начинать расставлять столы. Посерединке я хочу большой столик. Здесь маленький. Здесь тоже будет маленький столик. Тут у нас будет кресло для малышей. Стульчики вот такие. Сюда тоже стульчики добавим. Я везде хочу одинаковые стулья добавить. А то вот без спинки стулья как раз очень неудобные. Я не хочу их добавлять к своим посетителям. Пусть лучше будет без них. Еще я добавлю какие-то картинки. Вот такую картинку на эту стену. Такую картинку на эту стену. Такую картинку на эту. В эту комнату мы еще можем добавить вот такие сосульки. Это же у нас морозилка комната. В эту комнату добавим еще вот такое украшение на кухню. Еще можем такую воду добавить сюда. Типа что-то подтаяло. Сюда рядом мы ставим еще один стол. Вот так. Ставим теперь меню на этот стол. Также вот карта. Кассовый аппарат нам нужен 100%. Вот он. Ставим сюда. И еще хочу цветочки на каждый столик. Потому что я считаю это очень красиво. Нужна, наверное, сервировка. Я могу поставить вот хлебушек на столик. Давайте как раз какое-нибудь блюдо принесем, поставим на столике. Вот сюда. Очень большие тарелки, ребята. Мне нужны тарелочки поменьше. Вот такую, например, поставим. Все, идем готовить новые рецепты. Из этой, например, коробочки давайте сделаем один. Нам нужен тофу и какой-то соус. Смешиваем их. Смотрите, что получилось. И еще один какой-нибудь интересный рецепт. Здесь все скучные, мне не нравится. Ну, давайте приготовим десерт. Давайте вот этот, я еще такой не готовила. Нам нужно яйцо, также нам нужно какао. Смешиваем. Вот такой десерт крутой получился. Все, снова закрываем, кладем обратно. У нас осталось только вот здесь место на улице. Нам сюда тоже, по идее, нужно поставить столики, стульчики. Ну и сюда на стену повешу такую свечку. Вот такую гирлянду сюда тоже можно повесить. Я бы хотела добавить радио вот сюда. Включаем теперь все лампочки. Все работает. Давайте мы добавим посетителей. Я вам покажу, что у нас тут за ресторанчик.
еще повара добавим. Здесь у нас вход, сразу мы видим меню, читаем, смотрим, если нам понравилось, заходим. Здесь у нас два столика на улице, вы можете посидеть, если вам нравится. Кстати, мы можем еще добавить сюда вот такую лампу с обогревом, она будет греть, если будет холодно. Так, давайте сделаем так, чтобы она была за цветами, ее вообще видно не будет. Смотрите, как она греет. Так что клиентам будет тепло, комфортно. Мы заходим в ресторан, здесь у нас официант. Давайте садимся за столик, у нас тут три столика. Выбираем что-нибудь. Хорошо, допустим, я выбрала. Вот везут уже мое блюдо. Что у нас тут? Курица с картошкой. Очень вкусно. Распечатываем. Ого, ничего себе чек, вы видите это? Короче, оплачиваем. Возвращают мне мою карту. Также у нас здесь есть красивенький туалет. Закрываемся, чтобы никто не видел ничего. Тут у нас кухня. Смотрите, какой большой холодильник. Мы можем мыть посуду. Давайте попробуем помыть, кстати. Давайте моем. Такая большая у нас посудомойка. Печка также у нас есть. Здесь у нас морозилка. Мне очень нравится, как у меня получилось. Мне очень нравится это обновление. Мне кажется, что все выглядит очень классно, круто. Я надеюсь, что вам тоже понравился мой ресторан, также мое видео. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока!